Раки, бизнес-астрология для вас. Каким же бизнесом лучше заняться, чтобы получить хороший результат? В какой профессиональной сфере каждый из нас подвержен наибольшему риску? Итак, дорогие раки, если уж обмолвился о вкладах, то ракам удачно вкладывать в антиквариат на черный день. Для них деньги являются чувственной эмоциональной защитой от грядущих проблем. Богатство не цель, а исключительно финансовая опора и покой. Источники зарабатывания – это семейные предприятия, например, пирожки печь. Можно няней устроиться в чужой дом, а если рак мужчина – объезжать всех родственников и у всех забирать что-то на память. Ну, конечно же, шутка может быть, а может быть и есть доля правды. Рекомендуется квартирные условия улучшать, богатым евроремонты устраивать, а еще получится зарабатывать на патриотизм и на самоосознание граждан. Родина – это наша мать. Кто хочет купить дом, тому можно продать. Впрочем, совесть не всегда продается. Так что занимайтесь продуктами пищевой и молочной промышленности, своим делом. Сбудется мечта жизни. Вы обеспечите семью. Главное – деньги в дом тащить. Благоприятные сферы для бизнеса – бизнес в области антиквариата, организация всевозможных аукционов, любые операции с оборудованием для торговли, производство и реализация продуктов, холодильников, галантереи, мягких игрушек, содержание банка, ресторана, отеля, фирмы, дизайна, фотографии, медицинское дело. Зона риска – это парикмахерская деятельность, игорный бизнес, производство и реализация спиртных напитков. Вот такая область деятельности для раков. Но, возможно, могут быть и другие сочетания, потому что каждый сам себе режиссер, каждый сам себе хозяин. Выбирайте сами.